Слушай, а как ты вошел-то? А у меня же ключи. От моей квартиры? А у меня от любой. Прикурить не будет? Как-то сразу день не сложился. Андрюш, а где деньги? Мой счет заморожен. Шутишь! Утик шутит, Андрюшенька шутит! Саечка! Андрюш, понимаешь, деньги нужны. Ну, сроки все прошли. Я же не для себя, Андрюш, для руководства. Будут деньги, будут. А когда? В течение месяца. Понял. Все. Не вставай, не вставай, не вставай. Значит так, эксклюзивно для тебя, как для почетного члена нашего клуба малоимущих, 2 дня. Я не успею, Кать. Знаешь, почему меня зовут Катей? Я догадываюсь, но лучше сейчас помолчу. Как ты мыслишь прямолинейно. Катя – это уменьшительно-ласкательное от катафалка. Ты что, серьезно? Покури. Давай. Видишь циферку 10? Видишь? Ну. Вот месяц. А рядом это 11. Это число. Ну. Вот. Когда будет цифра 13 вместо 11. Слышишь? Да. Вот. Я хочу увидеть деньги. Угу. Потому что когда 13 закончится. Днем кости правим, лудим, паяем. Слушай, Колян, пару долларов не можешь судить на месяцок, а? Че, откуда? Я сам пустой. Может, у знакомых у кого есть? Я расписку напишу, все, что нужно, а? И откуда у меня такие знакомые? А, точно, ты же у нас учитель пения. Может, учительская у кого есть, а? Сколько надо-то? Да смешно сказать, 5 тонн зелени. Обхохочешься? Должен, что ли? Да. Катя приезжал. Ого, смотри на счетчик, не угоди. А, спасибо. Уже. Было 3. Ну что, поможешь? Ну я спрошу.
Ну, у меня под проценты. Сколько? Ты сбрендил. Я тебе что, Билл Гейтс, что ли? Был ты гей, не был. Мне пофигу. Если что, звони. Угу. А руки у тебя золотые. Тогда купи. Алло, Зая, привет. Как кто говорит? Не узнала? Это угадай. Нет. А? Да, это я. Слушай, я... Да-да-да-да, я нет, я все помню, зайка, $100. Честное слово. Я, собственно, по этому поводу тебе и хотел позвонить, чтобы ты подождала немножко, а? Знаешь, да, чуть-чуть, да. Ой, слушай, мне в дверь звонят. Сейчас, подожди. Давай я тебе позже перезвоню, хорошо? Давай, целую, ага. Мне нужно сегодня. Да в пятницу не будет меня, дура! Сыграем? Можно. На пиво или так? А вы играете хорошо? Прилично. Тогда так. Именно таким мне вас и описали. Да? И интересно, кто? Есть тут у нас одна. Общая знакомая. И сильно знакомая? Сильно общая, я бы сказал. Ну и кто? Карина. Карина? Она рекомендовала вас как специалиста, как мастера, так сказать, в своем деле. А у вас что, отложение солей? Нужен массаж? Боже упаси, боже упаси. Она дала вам рекомендации как специалиста, так сказать, в сфере интимных услуг. Это правда? Не знаю, ей виднее. Только вам-то я зачем понадобился? Слушайте, я не знаю, что она вам наплела, но только я специалист по девочкам. По девочкам. Так что меньшинством просьба не беспокоиться. Да я понятно выражаюсь? Вы неправильно поняли. Перед вами самый ярый гетеросексуал, которого только можно представить. И мое предложение как раз совпадает с вашей ориентацией. Знаете, давайте согласимся на ничью и перейдем к столику. Меня зовут Анатолий. Андрей. Сергеевич. Валерич. Очень приятно, Андрюша. У меня есть сын. С кем не бывает. У вас отличное чувство юмора. Так вот, у меня есть сын, которого я люблю, и как отец желаю ему счастья. У сына есть девушка. Замечательная девушка, образованная, из очень хорошей семьи. Полгода где-то они встречались, и уже назначена свадьба. У меня слезы наворачиваются от вашего счастья. Вот. Но этой свадьбы может и не быть без вашей помощи. Вам, как отцу, нужно согласие партнера по бильярду. Я благословляю молодых. Мой сын влюбился в другую. Самое время. Папины гены? Нет, это уже не смешно. Видели бы вы ее? Я навел о ней справки. Нет, я не хочу, чтобы Витька сломал себе жизнь из-за какой-то сиюминутной прихоти. Короче, я хочу, чтобы они расстались, поскольку она ему не пара. Я-то здесь при чем? Витька мой, может, и дурень, но мужик гордый. Есть вещи, которые не простит даже ей. Он ее любит. Вот измену не простит. Короче, я хочу, чтобы ты ее трахнул. А Витька бы об этом узнал. Еще лучше увидел.
Хватит. У меня день сегодня был трудный. Он начался с мордобоя, а заканчивается предложением стать насильником. Сядь. Так что пока. Сядь. Никакого насилия. Я хочу, чтобы ты ее обаял, охмурил, закадрил. Чтоб сама легла. А как ваш сын об этом узнает? Она же ему не расскажет, а мне он не поверит. Времени до свадьбы мало. На вот, фотография. Я скажу тебе адрес, где учится, кто родители. Ты, главное, обаяй ее, влюби в себя. Будешь готов, звякни мне. А я устрою так, чтобы Витька оказался там, где будете вы. Это. Я хорошо? Не знаю. Деньги не нужны. О какой сумме идет речь? 5000. Пестеля считается одним из самых красивых по чугунному литью, фонарям, украшениям. Но когда-то на этом месте существовал совершенно иной мост. Еще живы люди, которые его помнят. Люди называли его Эоловой арфой. Он был подвесной. От 5 канатов шли струны, на которых висел мост. И на этих струнах играл ветер. Ты думаешь, он меня простит? И своими очертаниями напоминали лебединые шеи. Эти лебединые шеи переплетались между собой, как бы в любовном экстазе. Это был очень женственный мост. Знаешь, он такой замечательный. У вас даже глаза одинаковые. Звонят? Мама откроет. Мама! Может быть, я открою? Явление Христа народу. Часть вторая. Ремикс. Скорее не ждали. Что с лицом? Да. Слушай, я у тебя сегодня останусь. Позвонить не мог? Нет. Извини. Сегодня никак. Да ладно. Всегда как, а сегодня никак. Угу. Духи? У тебя бабы, что ли? Это у тебя бабы. А у меня? Обломы. Она скоро? Она останется. Так, останется. Мишаня, это вряд ли. Она давно здесь? Давно. Так. Давно-давно. А он еще одет. Красавец. Настоящий мушкетер. Все? Все. Вали. Сейчас она тебя поцелует в лобик, потом назовет папой и пойдет в люльку. Только к себе домой. И случится это через 15, ну, максимум 20 минут. Нострадамус хренов. Может, я вас все-таки провожу? Да не надо, мне недалеко, я сама. Спасибо вам. За что? За то, что вы такой. Бросайте, девочки, домашних мальчиков не стоит. Фу. Ну что, я переночую? Я только сегодня познакомился.
Даже телефона не взял. +312 23 36. Дарю. Ну что, я переночую? Ну ты. А? Ну ты! Пошли, лишенец! Брейк, брейк, брейк! Миша, брейк! Что у тебя с физиономией? А, это? Это я натер. Угу. В глаз залетело. Что-то Шпана. Тяжелое и тупое. Когда ты уже женишься? Сразу после вашего младшего на вашей старшей. Тебя взять я? Хорошо бы не дожить. Мама, не волнуйтесь, вы будете жить до 100 лет, потому что у вашей дочери против меня иммунитет. Что говоришь? Я говорю, ваша дочь красавица, только вот двинута на юриспруденции. Ей уже 27 лет, а она ждет все принца, ей мужика надо, скоро она будет донору рада. Ну, ты можешь не беспокоиться, принц. А, ты в донора метишь? Ну, на таких доноров знаешь. Не заметит. Майя Семеновна, вот за что уважаю. Выражаетесь, ни в одной подворотне такого не услышишь. Чувствуется педагог с 30-летним стажем. Мама. О, Мариночка пришла, можно жрать. Смотри, что я сделала. Встать! Суд идет. Хочу, хочу, хочу. Привет, семья. Ну, если уж я тоже семья, тогда давайте целовать и меня. Господи, в семье не без Клебанова. Милый ты. Я, солнышко, я. Витька дома? Витька дома? Только что пришел. Где шатался? С Аней ходил в кафе. В кафе? Да. Ага. Алло. Аркадий Николаевич, категорически приветствую вас, категорически. Да, это я. Вы знал? Да, это я. Ага. Как дела? Да нет, просто так, дай, думаю, звякну. Как-никак, родственники. Породнимся скоро. Да-да-да. Супруга как? А? Моя тоже. Невеста как поживает? Трудится. Сессия. Слова-то какие страшные. Так весь день за учебниками просидела. Да молодца, девушка, молодца. Молодца. Мы тоже, да. Грызет. Ага, гранит. На черт уже стал похож, жених ваш. Конспекты, курсовики. Ну что поделаешь? Образование, я говорю. Образование ядре влезло. Моя тоже. Ага. Привет передает. Пока. Ты опять был с этой сучкой? Опять с ней был? Да? Что молчишь, отвечай. Ха-ха-ха. Как сможешь так ха-ха? Ну, перестань так разговаривать со мной. Толечка. Фиголечка, вышла отсюда. Толечка, иди, я прошу тебя. Вышла отсюда, солнце. Я уйду. Угу. Думаешь, я не знаю, что так трясешься над этой свадьбой? Тебе ж Аркадий Николаевич нужен, только чтоб конторки ваши слились. Денег-то у тебя нет, деньги-то все мамины. Ты ж бизнесмен по жене. Илл-стрит твоя малохольная. Я тебя понимаю, папа, все хотят жить, у всех свои проблемы. Только ты свои не решай через мою личную жизнь. Аня хорошая девушка, но я люблю другую. И мы будем вместе. Будете, будете. Она со всеми рада быть. Да что ты знаешь? Что ты вообще о ней знаешь? Ой, да все ты мне надоел. Нет, подожди, давай поговорим. Давай. На ком хочешь женись. Вот на этой, своей сопливой.
А как тебе предложение этого трошнего? Мерзость. Классическая мерзость. Тебе говорить легко. Убивать-то меня будут. Так уж и убивать. Мне, когда Катя сегодня посмотрел в глаза, стало так дурно, что я чуть в штаны не наложил. И чтобы не видеть этих глаз, я, Мишенька, трахну кого угодно. А точнее, это сделаешь ты. Что? Не понял. Не услышал. Повтори. Это сделаешь ты. А что такое, Андрюш? У тебя проблемы? Ага, сейчас. Просто она не мой уровень. Посмотри на это лицо. Ну? Да. Не Мерилин Монро. А я тебе о чем? Смотри, сама страшненькая. А глазки умненькие. В общем, твой контингент. Спасибо. Ей нужно стихи почитать, о Фрейде поговорить. Душу ее несчастную наружу вытащить и ей же самой показать. В общем, твоя произвольная программа. Таких трахают только через мозг. Мишка, выручай. Если ты эту кралю не завалишь, то мне пиндык. Слушай, а ты понимаешь, что то, что ты мне предлагаешь, это омерзительно? А? Ну что ж, я от тебя ничего другого и не ожидал. Всегда решал свои проблемы за счет других. Мне стоило бы тебя послать куда подальше. Сиди! Сиди! Стой! Стой! Я ничего не обещаю! Стой! Стой! Я только посмотрю! Ничего не обещаю! Да-да-да! Завтра в 4 в зоомузее она будет! Мы посмотрим, у тебя все получится! Тебе это расплюнуть! Эх ты, рожа! Дай я тебя поцелую! Извините, девочки. Не хотела вам мешать, но уже первый час ночи. Нельзя ли потише? Брат, не верь ему, он тебя обманет. Я буду предохраняться. Ну, с Богом. Я тут неподалеку, если что. Если что? Ну, мало ли. Слово доброе сказать, подбодрить как-нибудь. Можешь на меня рассчитывать, я с тобой. Мы с тобой одной крови, Маугли, ты и я. Может, сделаем переливание? Ладно, все, давай, двигай, не пуха. Черт. Спасите меня. Что, простите? Спасите меня, пожалуйста. Видите девушку, которая там стоит, да? Если она заметит меня, то подумает, что я шпионю за ней. Пожалуйста, сделайте вид, что как будто мы вместе, да? Ну, что вам стоит, да? Пожалуйста, я потом все объясню. Не смотрите на нее, я умоляю вас. Просто сделайте вид, что мы вместе. Ну, возьмите меня под руку, что ли. Пожалуйста. До конца жизни буду вам обязан, пожалуйста. Ну вот. Thank you.
Может, зайдешь? А? Да нет, спасибо. Ну ладно, счастливо. Догоняй ее! Догоняй, я сказал! Да пойми ты, обмануть можно кого угодно. Сломать и растоптать можно все, что угодно. И на могиле чувств постелить себе. Только я этого делать не буду. Понятно? А вот и я. Добрый вечер. Не помешаю вам? О чем беседа? О могиле. А я как чувствовал? А как жизнь, Андрюша? Что снится? Представляешь, сплю как убитый. Репетируй, репетируй. Слушай, а что ты не представишь меня своему другу? Миша, это Катя. Катя, это Миша. Очень приятно. Редкое имя. Да. Да и Миша все меньше и меньше с каждым днем. Андрюш, что дома не ночуешь? Я так волнуюсь. Представляешь, я ключи потерял. А куда засунул, ума не приложу. Эти, что ли? Ты главное смотри, чтобы они тебя не потеряли. Который час? На часах уже 5:13. Та-та-та-там. Приятно было познакомиться, Михаил. Взаимно, Екатерина. У вас чудесный парфюм. У каждого дела запах особый. Надо же чем-то перебивать. Ладно, я, пожалуй, тоже пойду. Ты сказал, я тебя понял. Погоди, Андрей. Алло. Да, я слушаю. Здравствуйте. Какой Анатолий Сергеевич? А, Анатолий Сергеевич. К сожалению, вынужден отказаться. Не смогу, говорю. Одну минуту. Да. Что значит договорились? Мы с вами ни о чем не договаривались. Я просто попробовал и теперь решил отказаться. Анатолий Сергеевич. Хотя, возможно, и не отказываюсь. Да. Нет, я трезвый, просто я с утра нерешительный. Ага. Тогда я сам вам позвоню. Хорошо, хорошо. Я надеюсь, ты все это время не мух от себя отгонял? Нет. Передумал? Не передумал, а просто очень хорошо подумал.
Кто? Я знала, что этим кончится. Без комментариев. Для особо умных объясняю последний раз. Объект А меняется местами с объектом Б. Объект С меняется местами с объектом Д. И все это вместе собирается в секторе Г. Понятно? Слушай, а где мы такую бабу-то найдем? Мне до смерти осталось 4 часа. А тут нужна такая тетка. Мата Хари, как минимум. Мишка, слушай, ты не знаешь? Чего? Господи, преврати меня в сиденье водителя. Лучше выхлопную трубу. Включи давай. На. Мишка, только ради тебя. Если он не клюнет, я отказываюсь от секса. Что значит дорого? Вы сами себе слышите? Какой адрес? Записывайте адрес, только и вы, пожалуйста, подъезжайте. Да? А может, ты в квартиру войдешь, и вы будете с ней целый час в покер играть? Я просто доброжелатель. Как говорили в старое проклятое время. Нет, уважаемый. Пока я вас с деньгами не увижу, я в квартиру не войду, ясно? Какой-то хахи твоей Джульетты. Чего? Кстати, ты-то откуда знаешь? Они там будут часа через 2. Мне не веришь, съезди посмотри. Да не поеду я никуда. Дело хозяйское. Я хочу, шофер, чтоб тебе повезло. Совсем охренеть? Ты куда прешь, козел? Что? Эй, кто-нибудь? Так хорошо, мне еще никогда не было. Эй, руки, ноги целы? Куда претесь? У вас что, у вас нету? Руки, ноги целы? Так не больно? Нет, так не больно. А так? Так даже приятно. Давайте-ка я отвезу вас в больницу. Это же недалеко. Не недалеко надо, живет? А, хорошо, я вас донесу. Не Нет, надо. Я вас довезу. Все, тихо-тихо-тихо. Не надо спорить. Что, куда вы меня? Что вы со мной делаете? Куда? Спасибо вам. Да не за что. Я же сам виноват. Нет, это я виновата. Нет, я. Ну хорошо, вы. Но все равно спасибо, что подвезли. Да что, не надо. Кстати, могу и до дома поднести. Что вы, я вас, наверное, задерживаю. Ну что вы. Кстати, до 2 я абсолютно свободен. Я хочу, шофер, чтоб тебе повезло.
Ну-ка, развяжи меня. Вот, Анатолий Сергеевич. Просили зафиксировать. А, у вас руки заняты, простите. Развяжи, пожалуйста. А-а. Мне так лучше видно. Дайте мне фотографию. Прелестно. На суде при разводе пригодится. Да какой развод, солнце мое? Какой развод? Какой развод? Это все подстроено. Это ловушка. Я эту сучку первый раз вижу. Да что ты говоришь? Ты свои подробности внезапной страсти оставь при себе. Молодой человек, я даже не думала, что можно показать за такую сумму денег. А теперь... И вы знаете... Я думаю... что это даже недорого. Вы их честно заработали. Премного благодарен. Ну все, парень, все. Я никаких денег не пожалею. Я тебя урою, понял? И ты, фотограф, холодный труп в морге. Угу. Вы не переживайте, молодой человек. Мой юрист позаботится. Чтобы денег после развода у него не осталось. Ну, я пошла. Ну, посмотри на меня в последний раз, маме ручкой помаши. Ну, давай, сладкий мой. Да! Прошу, мадам. Ну-ка, я. Привет. Вот, собственно, и я. Сколько на твоих? Печень что-то пошаливает. Печень вообще-то справа. Да? Я тебе деньги отдал? Отдал. Срок? Срок. Что ты все о деньгах, да, о деньгах. Деньги деньгами, дружба дружбой. Давай где-нибудь лучше соберемся, пивка попьем, поболтаем. Обязательно. Так это что, я им адрес этого кафе диктовал, что ли? И что она в нем нашла? Совесть, я так понимаю, здесь никого не мучает. Лично меня не мучает. Потому что, во-первых, я в кожаном белье плеточкой не махал. А во-вторых, Трошнев сам виноват. Ямку копал-копал, в нее и попал. А в-третьих, Маруся, мы не Трошнева опускали, а двух несчастных влюбленных сводили. Вообще-то, мы твою задницу спасали. А разве она того не стоит, а? Не в моем вкусе. Потому что у тебя не вкус, а привкус. Нет, я считаю, мы благое дело сделали. И, кстати, прибыльное. Правда, Миха? Вот об этом я и думаю. Ну да, если на поток поставить. Марусь, Марусь! Маруся! Марусенька! Маруся! Алло, мальчик, главное, никаких я плашений, шутила. Только помощь людям! Так, ну, Марусь, Марусь, пойми, без это без меня. Иду, иду! Иду, иду! Иду! Салют! Опа. Не разбудил? Нет, что ты. Одевайся, поехали.
Куда? Я нам офис нашел. Офис? Офис-то хорошо. Какой офис? Под агентство, которое мы открываем. Агентство? Агентство... НЛО. Нестандартных личных ситуаций. Старик, а давай мы агентство завтра откроем, а? Мишенька, Мишенька. Что? Надо именно сегодня, потому что под это я уже взял денег в долг. А что?